не вступил. Во-первых, никто не предлагает кидаться в объятия России. Еще раз говорю, учитывая смену вот вообще формата, да, в том числе военного, и перераспределение геополитических интересов, надо понимать, что интересы Европы тоже меняются. Когда вы говорите о двуличии, вы забываете, что весь мир двуличен. Весь мир двуличен. Они замечают то, что им выгодно, и всегда действуют в своих интересах. Так действуют Штаты, вот сейчас наплевав на Европу. Так действовала Европа, забирая у нас граждан, понимая, что у нас тут на самом деле происходит, и что Петр Алексеевич зарабатывает на войне. И что никакой борьбы с коррупцией не было и нет сейчас. И когда они нам врали, что мы вот сейчас пройдем какие-то реформы, станем Евросоюзом. Польша все свои реформы сделала за 16 месяцев. Послушайте, нету реформ, которые длятся 7 лет. Или когда нам говорят, давайте еще 20 лет реформ, и вы будете Европой. Нет. Это обман. Это использование ситуации в своих интересах. Я говорил совершенно о другом. Когда меняется мировой ландшафт, меняются интересы у всех. И мы здесь должны быть прагматичны к выборе. Нравится нам или не нравится, наши соседи могут не нравиться. Но мы понимаем, как вы правильно сказали, что мы не Соединенные Штаты. И мы не можем победить ни одного из наших соседей. Но это надо констатировать и принять Молдова. Как факт. Поэтому нам не... Молдову, да. Но вот вы смеетесь, это действительно не смешно. Факт. Мы не богаче факт. В Европе, только Румыния. Смотрите, дорогие друзья, смотрите, я быстро закончу. Да, вот давайте, сейчас давай. Нужно понимать, что время компромиссов. Угу. Время новой архитектуры. Время новых интересов. И Европа сейчас тоже будет вынуждена, да, искать совершенно новую систему существования и в экономическом плане, и в плане безопасности. И если ландшафт будет меняться, вполне возможно, Украина, еще раз говорю, сейчас является просто яблоком раздора. Мы гордые, самые нищие, да, у нас капитальные проблемы, мы бегаем по всему миру с протянутой рукой и решаем, что за нас кто-то что-то будет решать. Нужно выходить с другими предложениями. Мы действительно гордые. Нам есть чем гордиться в истории, да, ну теперь эту историю надо трансформировать в современное просто пространство. Да. И тем более, да. Это же теория была не наша. Да. И это не я сейчас изобрел велосипед. Эта дискуссия ведется несколько десятилетий. И учитывая ресурсную базу, базу полезных ископаемых, континентальность, да, научно-технические разработки, да просто даже то, что мы в большинстве своем славяне, дарят мне определенный оптимизм.